Родина Химанантуса – Китай. Оттуда растение получило распространение в Японии, Иране и странах Европы. На каждом новом месте обитания растение получало и новое название – карамельное дерево, ледяной или восковой цветок. В России его прозвали зимоцветом за уникальную особенность расцветать в холодное время года. Стойкие цветы выдерживают даже минусовые температуры. Цветок может заледенеть на морозе, но выжить, а оттаяв под лучами солнца, продолжить цвести и пахнуть. Именно за аромат его прозвали карамельным деревом. В его запахе переплетаются абрикосы, сирень, апельсин и роза, белый чай и бергамот. Этот аромат очаровал австралийских парфюмеров. Они создали духи и туалетную воду с ароматом зимоцвета. На родине Химанантуса юные китаянки используют цветы карамельного дерева как праздничное украшение. В дни празднования китайского Нового года вплетают в волосы веточки с цветами-звездочками.